Если у вас утром плохое настроение, то улучшить настроение, а заодно и повысить самооценку, можно несколькими простыми способами. И решение лежит не в области психологии, скорее в области психосоматики. Скорее всего, что вам знакомо выражение «поднять подняли, а разбудить забыли». Это означает, что во время ночного сна ваш организм самостоятельно не смог полноценно восстановиться после вчерашнего дня. Если такое состояние для вас эпизод, ну, извлекайте уроки, делайте выводы. Если система, то вы своим образом жизни взяли себя за руку и активно ведете на прием к врачу. И чем позже эта встреча состоится, тем больший вред для своего здоровья вы таким способом нехитрым можете нанести. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете мужской способ улучшить настроение и поднять уровень самооценки. Также вы узнаете женский способ, как сделать то же самое. Ну и что делать утром, чтобы проснуться и активно провести новый рабочий день. Ну, определиться, каким путем вам следует повышать настроение и выходить из этого не самого приятного состояния, потому что теоретически вы понимаете, что вы крутой, практически вы понимаете, что состояние не самое лучшее. Вам поможет нехитрый, простой прибор, который есть у каждого, надеюсь, дома, это обычное зеркало. Простой взгляд в зеркало позволит вам оценить, во-первых, вид нарушения настроения, ну и способ, как выходить из этого состояния. Если ваше лицо во многом напоминает вот такое состояние, я понимаю, что вам, по всей видимости, даже не поможет коктейль Молотова, который описан на моем канале. Такое видео вы можете посмотреть. Да, коктейль Молотова помогает быстро восстановить силы, быстро прийти в работоспособное состояние, но в данном случае не самый лучший вариант. Лучше использовать другой способ, другое средство для выхода из такого состояния. Я бы сказал, вам нужен мужской выход из этого состояния. И в этом случае мужчинам и всем, кто находится в похожем состоянии, советую вот такое простое решение ситуации. Это обычный апельсин. С одной стороны, взгляд на такую оранжевую поверхность немножко стимулирует мозг, но это только в первом приближении. Дальше вы должны, безусловно, апельсин нужно перед этим помыть. Вы не знаете всю историю этого фрукта до ваших рук. После того, как вы его очистите, вы должны будете помыть еще раз. Потому что когда вы чистите, летят брызги. И с поверхности срываются достаточно активные вещества, фенолы. Они очень сильные антибиотики. Но это очень сильное раздражение для почек. Если вы после того, как очистили апельсин, не помыли руки, не помыли его, в эти фенолы запускаете свой организм, ну и рискуете постепенно попасть в почечную недостаточность. Легко и просто. Поэтому нужно понимать, как это делать правильно. Кроме этого, вы можете, если было накануне много выпито, много съеденного, особенно соленостей, вам нужен будет еще один помощник с утра. Берете обычные сухофрукты, есть изюм, есть курага, есть просто сушеные яблоки, заливаете кипятком и пока настаивается второе волшебное средство, вы очищаете апельсин и долька за долькой постепенно рассасываете. Что вы получаете в этом случае? Накануне, как правило, было много натрия и жидкости. Вам нужен калий, чтобы вывести, удалить избыток натрия. Калий есть во фруктах. Самый простой вариант. Один из. Можете выбрать себе другие. Я предложил вам это решение ситуации. Потому что, как правило, избыток натрия дает не только отечность и вот такое вот оригинальное состояние вашего организма, ну, собственно, и ваше настроение тоже примерно такое же. Вот. Но и повышается артериальное давление. Калий вытесняет из организма натрий, легкий мочегонный эффект, ваша кровь очищается от тех токсинов, которые там находились, ну и ваш мозг понимает, что он уже находится в другом состоянии и может по-другому себя вести. Если утром у вас при взгляде в зеркало отмечаются темные круги под глазами, ситуация несколько иная. Как правило, при этом еще снижено артериальное давление, и вам нужен женский способ выхода из этой ситуации, повышения настроения. Чаще всего используют чай, кофе. Я понимаю, да, кофеин активирует работу мозга. Вроде как повышается настроение, но снижение артериального давления, темные круги под глазами, холодные руки или холодные ноги. Перманентно эти ситуации могут быть.
Они показывают о том, что не просто малый объем крови, но и высокая вязкость крови. И имея достаточно вязкую среду для перекачивания, сердце не может развивать активно, повышать давление. Именно поэтому и снижается давление. ВСД по гипотоническому типу отражает то, что кровь очень густая. И сердце в попытке сохранить себя качает под более низким давлением. И вы имеете гипотонию. Часто попадаете в депрессии. И чай, кофе не лучший вариант. Они заставляют сердце, кофеин, который там есть, заставляет сердце работать более интенсивно. То есть против силы. Зачем? Можно помочь совершенно спокойно и более традиционными средствами. Очень простой вариант, который, взгляд на который позволяет гармонизировать работу мозга, ну а употребление внутрь повышает, несколько увеличить объем крови и снизить вязкость крови. Это женский способ, дополню. Соленый огурец. Зеленый цвет в спектре находится посередине. Как вы понимаете, это гармония для мозга, потому что красная часть спектра возбуждает, ультрафиолетовая, голубая, она успокаивает, а зеленый огурчик находится как раз посередине и очень хорошо помогает вернуть крови нужный объем и нужную вязкость. И вы таким образом безопасно возвращаете свой организм в более работоспособное состояние, помогаете своему мозгу получить больше крови и, соответственно, ответить на это, скажем так, своей активностью. Натрий хлор, который засаливают, в котором засаливаются огурцы, напомню еще раз, увеличивает немножко объем крови и снижает вязкость крови. Это улучшает возможности циркуляции крови, улучшается работа мозга, согреваются ручки, согреваются стопы, все прекрасно, все великолепно. Но тут нужно понимать, что соленые огурцы не самый лучший завтрак. Многие говорят, да ладно, это не завтрак, не вопрос. Можно заменить, возьмите обычный твердый сыр. Там тоже достаточно много соли. Но это подходит не всем женщинам. Если соленый огурец, в принципе, подойдет всем, твердый сыр многие женщины будут избегать, потому что калорийность продукта значительно выше, чем калорийность огурца. И при регулярном использовании будет набор веса. Хотя женщинам небольшой избыток веса всегда в плюс. И не только благодаря специфическим формам, там держатся женские половые гормоны, это позволяет заодно лечить ПМС, гармонизировать работу мозга в такие достаточно сложных ситуациях. В комбинации с таким стимулятором кровообращения очень уже подойдет и чай, подойдет и кофе, не вопрос. Но я бы огурчиком советовал начинать. Все-таки вначале кровь нужно сделать более жидкой, а потом помочь сердцу перекачивать эти объемы крови, тонны крови сердце качает за сутки, перекачивать в течение дня. И все. И в принципе тонус вернулся. И психосоматика работает. Безусловно, как бы мы ни крутили, питание реальное и питание эмоциональное для мозга, они где-то вот в гармонии находятся, поэтому инь-янь невозможно отменить. Но между этими двумя состояниями, что бы мы ни делали, находится метаболический мозг вашего организма, на который влияет и питание, на который влияет и психология. И так или иначе, если печень у вас в хорошем состоянии, без вопросов, если вы не знаете, что делать, если у вас есть печень, нужно владеть больше информацией, смотрите видео на моем канале. Кто еще не успел подписаться, подпишитесь. Полезных видео достаточно много, которые описывают разные ситуации в организме человека в различные физиологические периоды и при различных заболеваниях. И теперь, когда вы знаете, как легко и просто с утра поднять себе настроение, повысить самооценку, в принципе проснуться, я думаю, что я это видео с привычными подписчиками моего канала словами буду заканчивать. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, ставить вам лайк на это видео или не ставить, отправить его своим друзьям, знакомым, чтобы они тоже знали, как просто и легко женским либо мужским путем поднять себе самооценку и настроение с утра. Я это видео буду заканчивать и подумаю, что еще написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.